Гашнак Джигафаровна Хажукова, жительница аула Кашхабль, отметила свой 90-летний юбилей. Юбиляршу поздравили не только близкие люди, но и официальные лица. К виновнице торжества приехал глава кашхабского сельского поселения Хазрет Бурсов. Он вручил Гашнак Джигафаровне поздравительное письмо от президента Российской Федерации и подарок от главы района. Долгожительница услышала слова благодарности за плодотворный труд на благо Родины и пожелание крепкого здоровья. Гашнак Хажукова – ветеран труда, труженица тыла. Все испытания, выпавшие на ее долю, вынесла с честью. Пережив войну, послевоенный голод и разруху, не потеряла силы духа. Много весен отшумело в ее судьбе, но каждый радуется она по-новому. Вот и 90 мая встретила с радостью в кругу родных и близких людей. Сяна я оменяла. Дяда Тим Ажми, сяна дяда Жодуха. Сяна я оменяла. Джимзна сам. Зерна сам хоту, я кльчи, дадим цухри, цухри, джапоту, згора упшахуху на мисатми, джапоту даху, зачем я поочев, зачри я цухуж, зачри танча офсисари, задисай, зачем я ух, танча сисами губрами, танами, матафами, сасара, джапоту зачри я цухри, джапоту я кльчи, уисатету, квадра, квадра, дианусас хусау. Ну, зачем я не пою, а вот Татьяна хочет шагом. Хочется пожелать, чтобы Гашнак Джигафаровна отметила не один юбилей, чтобы звучал в ее доме смех внуков и правнуков и согревала любовь и забота близких.